Добрый день, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Предлагаем вашему вниманию шикарный мульчер для использования в садах и парках под названием Matenc Minasor LTRE200. Вот такая у нас кодировочка, что вы все видели. Можно сразу вес посмотреть. Весит это изделие 660 килограмм. Сертифицировано в России. Давно используется во всем мире. Теперь у нас. Что же представляет собой этот мульчер? Как всегда, это мощный электронный отбалансированный вал. Обратите внимание, что диаметр вала достаточно большой, что позволяет измельчать очень крупные стебли и достаточно толстую ветку для своего класса. Молоток килограмм 260 грамм. Дополнительно есть пассивные ножи. Подшипниковая группа очень хорошо закрыта основным валом. Обратите внимание, это не просто, это у нас какая-то грешность, это балансировка, электронная балансировка вала. То есть это наваренные грузы. Сзади у нас имеется прикатывающий каток. И обратите внимание, не так часто у нас в стране поставляются мульчеры с дополнительным ситом. То есть вот эти штыри, так называемые, они выполняют роль сита. Их можно поднимать выше, можно опускать ниже. Чем ниже опускаете, тем меньшую, тем более мелкую фракцию биомассы после измельчения вы получаете. Вот они, сейчас мы их показываем снизу. Они у нас вставляются сверху. Каждый штырь имеет свой фиксатор. Чуть позже мы покажем, как это выглядит сзади мульчера. Защита спереди — цепи, которые предотвращают вылетание кусков биомассы, камней и повреждения трактористу либо технике. Это регулируемая лыжа. Заметьте, все сделано таким образом, чтобы минимально набирать биомассу на саму лыжу, либо на мульчер. Привод ременной с автоматическим натяжителем. Все шкивы обслуживаемые. Везде у нас есть доводницы. Вот как, например, на подшипниковом узле опорного катка. Так само, если здесь видно, есть возможность обслуживать нижний шкив, верхний шкив. Масло в данном случае заливается и в боковой привод, не просто смазываемый подшипниковый узел, а непосредственно масляная ванна. С отдельной масляной ванной редуктор, укомплектованный обгонной муфтой, предотвращающей разрушение системы и агрегата в целом при попадании каких-то крупных фракций, которые могут заклинить машину. Выход шестишлицевой, поэтому карданы, как правило, мы поставляем 6 на 8. То есть шестерка под редуктор мульчера, восьмерка под наш основной МТЗ. Если у кого-то шестерка, либо какой-то другой выход, переходники, мы, конечно же, поможем найти, подобрать, будет все красиво. С этой стороны мы видим, вот более наглядно можно рассмотреть фиксацию фланца рабочего вала. У нас подшипник стоит здесь обслуживаемый. Доводница здесь. Доводница правая на опорном ролике. Дополнительно ящичек или пенал для ключей, инструкции, тряпок, да чего угодно. То есть он фиксируется плотно, надежно, он закручивается по резьбе. То есть во время эксплуатации, даже при серьезных нагрузках и вибрациях, у вас ничего не раскрутится, не потеряется. Здесь у нас фиксаторы, пальцы со стопорными шплинтами. Есть смещение вправо-влево по направляющим. Вот они.
за смещение у нас отвечает гидравлическая система, которая состоит из гидроцилиндра, рукавов высокого давления с быстросъемными мышцами. Посмотрим, как этот мульчер выглядит сзади. Как я вам и обещал показать систему СИД, которая состоит из штырей. Эти штыри, как вы видите, шплинтуются, и их можно опускать выше, либо поднимать выше для регулирования фракции биомассы. Дополнительно, обратите внимание, есть фиксатор крышки задней. Крышку саму по себе можно поднять, при этом убрав штыри, благодаря чему вы сможете работать на гораздо более высоких скоростях, но, конечно, вы потеряете в степени измельчения фракции биомассы. Сам мульчер либо молотковая косилка относится уже к классу более тяжелых. Прекрасно себя зарекомендовали в парках, садах. В ближайшее время покажем видео работы такого мульчера в коммунальных хозяйствах нашей страны. Я думаю, они не разочаруют своих новых владельцев.